Здорово! Подпишись на любимого героя сериала в Инстаграм. Ссылка в описании. Значит, нам в отдел выдали новое транспортное средство. Вот, сами посмотрите. Помощнее, чем Бобик будет. Помощнее, чем Бобик. Потому что Бобик не ездит, а вперед хотя бы двигается уверенно. Тихо, тихо, немножко сбавь, если курашек слетит. Вот. А спросим, почему Бобик у нас не ездит, а? А потому что колеса сняли, когда приехал проверка, и сделали из них клумбы. И сделали клумбы, чтобы отдел красивый был. Теперь Бобик стоит, зато у нас у входа бархотки растут озимые, понимаете? У нас бархотки теперь, у нас красиво там. Максим Константинович, а вы уверены, что это хорошая идея? А что плохого? В Лондоне же есть конная полиция, и у нас будет конная полиция. Это же вообще уровень какой. Правда, только можно патрулировать. Ну, на районе конного клуба. Ну ничего, зато здесь преступников не будем. Будем тут вот по дачам двигаться. Смотри, что там. Ага. Никто не воровал. А вы подумали, что будет с лошадью, если ее на задание ранят? Что будет с лошадью? Колбаса будет, если ее ранят, понимаете? Да так нельзя говорить. Ну, значит, ветеринарку и отведем, пойдет с нами опять на задание. Давай там, не гунди, все. Пошли давай, патрулировать. Давай. А ты можешь это... Подожди. А ты можешь меня сфотографировать, как будто это... Я в рекламе Old Spice. Я ж на коне. Погнали. Я, если честно, вообще не знаю, что у нас сегодня за день такой в отделе. Они что хотят из меня сделать? Инспектор Гаджет, что ли, или Робокоп? Я не понимаю. Я с утра на лошади сегодня скакал, патрулировал и в обед. Знаете, что нам выделили на отдел? Вот вы не догадаетесь. Нам самолет целый дали. Самолет дали. Я ни разу в жизни вживую не видел. Вертолеты видел. Вертолет частенько, потому что я каждый выходный домой, ну, на вертолете прилетаю. А самолет ни разу. Так что все. Будем теперь преступников сверху ловить. Будем вот так вот крюк опускать. И подсекать его наверх, как сама осенью, понятно? И на 15 суток. Максим Константинович, самолеты так низко не летают. Как не летают? Значит, будут летать низко. Значит, парашюты буду выпрыгивать. Прям буду на них падать, глушить их и на 15 суток забирать. С каким еще парашютом? Если вы полетите, то с танковым. Ну, значит, на танковом буду парашюте выпрыгивать, а ты со мной полетишь. Все, шеф, куда мигалку будем ставить? Да вон туда можно. Пойдем наверх, я за стремянкой. Пойдемте, покажу. Вот он! Едет, осторожней! Ты тормози! Тихо! Держи! Я не могу! А что ты не можешь? Ты держи меня сейчас! Куда шарики? Куда ролики улетят? Куда фляжка? По всему парку! Да какие ролики? Конечно! Сейчас сезон в самом разгаре! И что сезон? Вот как нам дали сверху транспорт, так мы его будем использовать. Ты тоже будешь сейчас ездить. У нас сегодня, значит, на районе проходит спецоперация под кодовым названием Робокоп. Ну это... Модернизируем форму, чтобы было проще бороться с преступностью. Максим Константинович, а вы не могли кого-то другого найти, чтобы научиться? А кого я найду? Ты вон как на корпоративе под Ваенгу там, на своих каблуках там балансировал. Вот ты будешь меня учить. Вот вы уверены, что это вам поможет бороться с преступностью? Конечно, поможет. Ты представляешь, как удобно. Преступник увидел и как дал так пошел. Пошел за ним и обратно. Вообще надо закон. Закон надо знать, что у нас все на районе были на колесах. Понимаешь вообще или нет? А? И все погнали на эти колеса. Туда. Максим Константинович, вам больно. Давайте помогу. Нет, мне не больно. Все, иди. У меня новая должность. Все, я лежачий сотрудник. Если тот мимо поедет быстро, я сразу вот такой. И поймаю. Ну все, вставайте. Нет, ну все. Может, это мечта моя. Меня все в школе называли толстый. А теперь все, исполнил. Лежачий сотрудник. Представляешь, я могу целый проспект перекрыть. Вот так, все, отстаньте меня. Все, делайте, что хотите, я пошла район патрулировать. Иди с своим школьником там ругайся. О, Пашка! Пашка, я здесь, вот, около дерева, Пашка! Здрасте. А вы что лежите? А это, я на колесах. Прикольно. И как вам? Как? Что-то все быстро, как-то резко и земля из-под ног уходит. Знаю. Откуда? Откуда ты знаешь? Ну я же раньше каждый день на колесах был.
А ты что молчишь, что ты на колеса? Пришел бы к нам в отдел, нам видал, что выдали. Всем бы рассказал, взял бы собой колеса. Че ты? Ладно. Все, давай, в среду тебя ждем. Не забудь, все, иди. Колеса только возьми. Обязательно. Завтра нам дрезину дадут какую-нибудь. Так, значит, пока Ольга ПДН там закусилась опять со своими школьниками, которые там курят за гаражами, я продолжаю патрулировать район. Ну, чтобы тут все было чистенько, все хорошо, чтобы никто тут не бедокурил и преступность... Опа, опа. Это что? Угадай, кто, а? Что тут угадать? Это Оля, Оль ПДН. Оль. Ха-ха, на человек-то вообще же льется. Ну, голос вообще же не похож. Ну как ты похож, может, у него бронхит, Оль? У тебя не бронхит? Давай, отмазки не придумывай! Тут бронхит, отгадывай! Давай, да, две подсказки, 50 на 50 или звонок другу. Так у нас не боль, что здесь, какой звонок другу еще? Давай, угадывай. Да это, Оль, подай, руки мягкие, такие теплые. Да начальник, все, достал ты! Да блин, почему так выглядишь-то? Устал твой жирный, держать. Я тебя просто... Почему так выглядит? Да все, тут не разобрашь ситуацию, сразу орешь. Он не разберется никогда в ситуации. Сразу начинает орать, Ты мне почему кажется, так выглядишь, кажется, я тебя спрашиваю? Твою башку можно вот так, ты из УАЗика высунь, даже мигалка не нужна. Просто будешь орать. Почему так выглядишь? А потому что я хотел новую форму себе на рыбалку купить. Прихожу, значит, в военторг, а там нет, прикинь, камуфляжа ни одного нет. Вот, такую форму взял. Нормально? Девочки, кто мне разрешил ходить? Я тут на районе начальник, ходишь ты в ней. Зато знаешь, что можно в ней делать? Что в ней можно делать? Шкет. Дай сюда. Распитие алкогольных там, как по правилам, напитков в общественных вот местах, гаражах запрещено. Давай, вали, вали. Шура. Это лимонад. Лимонад? На, тогда вообще, чтобы я ты с лимонадом на районе здесь не видел. Лимонад на районе. Я сейчас в своих модных чуверечках-посрачках ему настругаю, блядь. Будет блетаться у меня здесь по району с лимонадом. Это наш молодежь, ты что к мне пристал, а? Ты что к мне пристал? Я тебя спрашиваю, кто разрешил так ходить? Начальник, ну вот, может, я всю жизнь хотел, чтобы Газманов, господа офицеры, лично для меня песню пел. Ну ты мои мечты тоже дай осуществить. Я, может, на тебя хочу быть похожим. Вот тоже такой же. Отращу, будут как Кинг-Конг, как кентавр по району ходить. Ваши документы. Все, пошли, это. Пошли. Ты куда? Пошли, значит, в отделение. Пошли в отделение. Отделение. Не гудите, мы уходим. Все. Пошли. Какое отделение? Начальник, ну вот, ну я просто не на рыбалку буду ходить больше никуда. Какую рыбалку ты мне будешь ходить? Ну вот это что такое? Просто руки уши мерзнут. Ай! Пошли в отделение. Ай! Ой, ты нарядился, а? Рыбалка. Так, кто видос вырубает, тот штраф получает. Вот это правило просто никогда не забывать. Если вам понравился этот видос, обязательно ставьте лайк, пишите комментарий, нажимайте кнопку подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. И не забывайте подписываться на наш инстаграм, и там много всего интересного. А еще больше всего интересного в нашем телеграм-канале. Мы там с вами общаемся напрямую. У нас вот весь директ завален, но там мы вам всем отвечаем, там показываем, что мы едим, что одеваем. В общем, там очень интересно. Переходите по ссылке. И новый движух для наших подписчиков. Сами видели, в этой серии мы на чем только не ездили. Вот у нас такое для вас предложение. У нас есть 35 тысяч на приобретение транспорта в наш отдел, вот на зиму. Вот скажите, что нам приобрести, пишите в комментарии. И самый крутой, самый смешной комментарий, который мы выберем, получится от нас с Олечкой привет. Так что все, давайте, честь, имя, ё-мое. Честь, имя, ё-моё, ё-моё, давно проверял, что на наркотики? Вчера. Пойду.